Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, и сегодня тема «Приствольный круг». Что это такое и для чего он вообще нужен? При высаживании плодовых деревьев у нас образуются приствольные круги. Это место около самого саженца, самого будущего дерева. Но здесь у нас не приствольный круг, а приствольные квадраты, так как место забетонировано вокруг. Фруктовое дерево, ему 3 года, оно уже плодоносит. Внизу высажен базилик, и для чего это сделано? Он является хорошей защитой для того, чтобы почва вокруг самого маленького еще деревца не пересыхала в летний период, и также дает необходимые полезные питательные вещества в почву. Очень хорошо, если задернить, закрыть вот эту голую землю теми растениями, которые будут впоследствии давать дополнительно еще азот в почву выделять. А это клевер, очень хорошо, он и красиво смотрится, и есть период цветения, также вика. Приствольный круг можно загазонить, то есть задернить. И используется овсяница, полевица. Лучше не оставлять голую почву под плодовыми деревьями, потому что со временем в ней теряются полезные свойства, деревья меньше будут впоследствии плодоносить. Неожиданно начался дождь, и когда у вас маленький саженец, когда у вас дерево 2-3 года, вы только его посадили, рядом с ним не сажайте какие-то крупные растения, крупные, те же самые цветы, высокие, которые могут затенить и все полезные вещества на себя забрать. Все питательные, полезные вещества, которые вы будете вносить в почву, чтобы доставались именно вашему молодому деревцу. А затем, когда оно уже окрепнет, укоренится, можно внизу декорировать по вашему усмотрению. Можете и какие-то цветы, только низкорослые. Можно также задекорировать мульчой. Она достаточно разнообразная сейчас. Это уже на ваш вкус и цвет, как вы захотите. Но в первые годы, когда вы только посадили, акцент все равно лучше сделать на укоренение растения. И вот этот приствольный круг для того и нужен, чтобы можно вносить туда удобрения, полезные вещества, как-то подкармливать молодое дерево, а затем уже использовать этот приствольный круг по своему усмотрению и декорировать так, как вам захочется, как вам нравится. В данном случае посажен базилик низкорослый, и он не достигает выше 60 сантиметров в высоту. И сделано было специально для того, чтобы в летнее, в жаркое время он удерживал влагу, защищал корневую систему дополнительно у фруктовых молодых деревьев. И они прекрасно тоже сочетаются, хорошо растут, развиваются и дают хороший урожай. Уже молодые, но в этом году был хороший урожай гранат. С вами была Георгиевская Татьяна, и до новых встреч на канале Татьгео. Пока-пока!